В нашей жизни, где столько труда и усталости, столько боли в груди, столько слез на очах. Для усталой души одно место осталось. Это Божьего дома уютный очаг. В этом доме, где слышится весть о спасении, возвещается смело Христа благодать. И слышны здесь молитвы и дружное пение. Еще падая, люди умеют вставать. Здесь далекое прошлое с тайнами вечности сочетаются просто в прозревших сердцах. Люди помнят о дружбе, любви, человечности. Еще к Богу поднять не стыдятся лица. В этом доме поныне душой сокрушаются и еще не забыли о слове «прости». Еще в память о Господе хлеб преломляется. Погибающим можно спасение найти. Среди мира, в котором еще мы вращаемся, так ценить начинаешь собрание святых. Смыслом Божьего слова сильней наслаждаешься, смыслом вечным глубоким глаголов живы. Здесь далекое прошлое с тайнами вечности сочетаются просто в прозревших сердцах. Люди помнят о дружбе, любви, человечности. Еще Богу поднять не стыдятся лица. Все наши болезни, падения и слабости так ничтожны в сравнении с недугом мирским. Здесь так много еще утешения и радости, и внимания чуткого к душам людским. Пусть вся жизнь будет радостным благодарением. Каждый час, каждый прожитый миг за то самое сладкое в мире общение, в Церкви Божьей собрании Христовых святых. Здесь далекое прошлое с тайнами вечности сочетаются просто в прозревших сердцах. Люди помнят о дружбе, любви, человечности. Еще к Богу поднять не стыдятся лица.